самые блокированные. Привезли несколько моделей. Даже несколько моделей? Во-первых, конечно, привезли вот так, покрытых флоком. Блокированные, да. Точно так же, как вот гуси Greenhead. Мы их раскупаем, они переливаются с отливом. Ну да, голова. Не знаю, пока. Синенькая. Есть. Все. И электрическое освещение, конечно, не дает такой эффект. На затылочек. На солнце. Да. Они как живые. Есть отлив, да. Мокрые, конечно, не блестят. Точно так же у них подвеска такая же, как у гусей, стандартная. Угу. Правда, стакан, как в предыдущей модели, жесткий. Жесткий стакан, да? Жесткий стакан. Лапки при желании убираются внутрь, вот на резиночках. Я, кстати, заметил, лапки стали прорисованы. Да-да-да. Чешуйки на лапках, косточки все видны. Как бы, вот, таким образом они убираются внутрь при перевозке. Угу. Если куда-то ехать, ну, не знаю, в Казахстан, где разливы, мелкая вода, там, где можно ставить на поле, то очень интересный вариант. Ну вот, да. Два комплекта, стандартные два комплекта кошка. Как бы вот. Также Краснодар, юг России, пожалуйста, на рисовых чеках. В Краснодаре нет охоты. Идеально. Весенний нет, осенний зато. На рисовых чеках охота. Значит, комплект... Идеальный. Как раз они уже будут такой... Комплект 6 штук, вот здесь вот практически полкомплекта, но утки, одна кормящаяся, одна утка активная, поэтому здесь как бы не то совсем... То есть 4 селезня, 2 утки комплект? 4 селезня, 2 утки, утки кормящиеся активная, и селезни, вот это полкомплекта селезня, как бы половинка комплекта. Понятно, хорошо. Из того, что новое, огари после выставки будут в продаже. Да, Горьков, пойдемте расскажем для наших ребят из Элисты. Пока мы не могли привезти огарей, у нас не получилось. Это серия 5500, а дальше цифры. Гуси заказали огарей, прислали гуси. Это мы неправильно. Ну да, это техническая ошибка. Едет огарь. Спортпласт, модель вот такая, как... Вариант стоячий будет, да, вот вариант на площадке. Фактически, я так понимаю, что то, что есть на самом деле. Прошлой осенью Дима Мельник там охотился как раз в Казахстане с этими чучелами. Отзывы положительные. Отлично. Морская чернь. Чернь, отлично. Это тоже с отливом голова. Чернь фирмы Greenhead, серии, профессиональная серия, Prograde. От предыдущей бюджетной серии отличается чем? Отливом головы. Отлив головы раз. Авторский дизайн чучела. Вот тут видно, что оригинальный дизайн победителя чемпионата по вот этим по авторскому дизайну чучел. Ну я понял, да. Роспись. По-английски не читаю, просто немножко другое оперение. Видно, что оно более рифленое. У меня нет предыдущей модели здесь. Не, хорошая. Вот это более рифленая чучела. Да. Соответственно, интересно. В данном случае как раз половина комплекта. То есть ты, опять же, 6 штук, 6 штук, 4 мальчика, мальчика, 2 девочки. 2 девочки. Ну и мальчики, один спящий. Спящий, да, вообще отлично. Чучела новые, как бы. Да, классно, черный. Можно обсуждать стоимость, но качество. Чучела связи, опять же, серии Prograde. Девочки серии Prograde. Причем, как мы их не фотографировали, рифление очень мощное. Они при электрическом освещении, мы так толком их фотографировать не могли. Вот такие девчонки в двух позах точно так же сделаны. И мальчуганы отличаются от предыдущей серии. Более длинная шея, более высокая посадка головы. И другой дизайн, опять же, профессиональная серия. Другой дизайн, прорисовка оперения более тщательная. Ну, я бы сказал, на настоящего похож мальчуган особенно. Да. Что еще сказать? Привезли серии Prograde шилохвости. Здесь была одна тушка шилохвости предыдущей серии, бюджетной. Угу. По цене получается 6
6 чучел серии Prograde, как 12 чучел бюджетных модели 73-31. Серия Prograde, опять же, другая окраска, металлик на голове, не знаю, будет виден или не виден, ну, металлический металлик. Именно отлив головы, как вот на фотографии, очень рельефное оперение. Это не раскраска полосочками, это ребрышки. Ну, собственно говоря, опять же авторский дизайн. Ну да. Победители чемпионата по вот этим конкурсам дизайнеров. Что из нового? Чучела, широконоски. Раньше широконоска мальчуганы были коричневые. Вот коричневые, наверное, вот еще более коричневый цвет у мальчишек был. Ну, я помню. Мальчишки более рыжие. На мой взгляд, больше похож на настоящего. Это вот в окраске 2015 года. Хорошо. Спасибо вам. Спасибо. Если что, добро пожаловать. Спасибо. Обязательно покажем это всем охотникам. Будем рекомендовать, советовать.